Добрый вечер, Айсар. Уважаемые друзья, я рад вас приветствовать. Первый раз сказал, что вечер, да? Да, в здании. Со второго периода. Теплым, светлым. В рамках 57-го фестиваля. Ста плесету фестивального фотографа. Я могу говорить о Пауке Сутками. Когда-то я и об этом не думал, мечтал. Когда наступит в моей жизни тот день, когда я могу о Пауке говорить часами, сутками. Я счастлив, что 90-летний юбилей это юбилей с моим участием. И пусть мы не написали 90 лет яркие страницы, ну мы совсем молодые, всего 90 лет. У нас есть еще время. Чтобы писать лучшие и лучшие страницы. Я достаточно долго, интересно и кропотливо пытался проанализировать, что есть паук за 90 лет. Есть клубы, которые имеют хорошую инфраструктуру, состоятельно болельщиков. Υπάρχουν ομάδες που έχουν υπέροχη υποδομή, πολύ πλούσιους φιλάθλους. Οι κλούβοι, οι οποίοι управляют συστήματα. Υπάρχουν ομάδες που διαχειρίζονται τα συστήματα. Οι κλούβοι, οι οποίοι φαρμιρούν συστήματα. Υπάρχουν ομάδες που δημιουργούν τα συστήματα. Титулованные более или менее. Вообще такое, как будто паук это не нечто иное. У паука есть то, чего нет у самых титулованных клубов Греции и, может, даже Европы. Люди, которые преданно живут, дышат, мыслят, переживают, и все эти 90 лет формировали в чистом виде то понимание ДНК паука, о котором мы, в общем-то, сегодня очень легко говорим. Один из них был автор кино. Который жил, дышал пауком. Ты понимаешь, что он вышел на финишную прямую своей жизни, как бы это ни было прискорбно. Я не лабору, но что ты видишь, ты не видишь, и зоришь, то очень тяжело для меня то. Он жил и понимал, что то, чем он жил, дышал, сегодня нуждается в определенной странице. Страницу, которую он должен написать. Эти страницы я называю нестираемые страницы истории паука. Это человек жил, думая о пауке. И уходил с мыслями о пауке. Я хочу выразить искреннюю благодарность его супруги, не хочу даже говорить вдове. Ибо для паука он все равно будет жить. В своем фильме,
теплых, приятных воспоминаниях. Из-за стресса, тормеза, амнезии. Что она закончила дело, которое он начал. Ότι σύντροφος του έχει ολοκληρώσει το έργο, το όρομά του, το οποίο ξεκίνησε αυτός. Я верю, что просмотрев этот фильм, πιστεύω ότι βλέποντας το έργο, мы прочувствуем, мы примем. Και εμείς αισθανθούμε και θα δεχτούμε. Я рад, что весь ПАОК, και χαίρομαι το ολόκληρο το ПАОК, как любительский, так и профессионально, και αεραστέχνης και επαγγελματίες, абсолютно очевидно отнеслось к тому, что этому фильму надо быть. Не было ни одного человека, который сказал мне, а зачем финансировать это. Потому что мы все понимали, что вот что тут такое нужно, что мы могли бы назвать золотой страницей, нестираемой. И очень здорово, что это написал для нас очень значимый, теплый, очень интересный человек, как мне кажется. Και είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τη σελίδα την έχει γράψει τόσο σημαντικός, τόσο ζεστός ένας άνθρωπος. Я не знаю, что получилось, я еще не видел. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχουμε, δεν το έχω δει και εγώ. Но не видя, мне кажется, что мне нравится. Αλλά ακόμα πριν το δω, έχω αίσθηση ότι θα μου αρέσει. Потому что человек, который жил ПАОКом, или άνθρωπος, ο οποίος ζούσε με τη σκέψη του ПАОК, любил ПАОК, τον αγαπούσε τον ПАОК, и уходил, еще раз говорю, с мыслями о ПАОКе, не мог передать неправду и не мог не передать ДНК ПАОКа. Я могу всего лишь сказать, что я благодарю судьбу, что я имел возможность иметь отношение на эту сессии, к этому фильму. И вместе с вами, надеюсь, я порадуюсь, что это единственный продукт греческого футбола. И верю, что он может стать интересным продуктом и не только внутри Греции. Я глубоко верующий человек. Я хочу сказать. Наверное, сказал бы я так, Никас. Мы эти полтора часа, эти 90 минут, сегодня однозначно в молитве вместе с тобой. И спасибо за тот труд. И за ту инъекцию, которую ты сделал в ДНК ПАОКа. Я хочу всем вам пожелать и себе прекрасного просмотра. И попросить принять это творение. Надо сделать это творение. Спасибо большое. Спасибо.